Игураши Нунаку Корони, 121 эпизод. いやさ、村のお年寄りに、リカちゃんはお社様の生まれ変わりで、神通力があるって力説されたことがあるんだよ。Fact. 未来の予言とかができて、ものすごい的中率だとかなんとか。それって、本当なのか？Или я все же неправильно запустил? Удивлена тому, как запросто Кейч признает, что поверил в их дурацкие байки. Киматтейру уммео йому даке нано десу. Мотто иеба. Мае ни ичидо мите кита секай нано десу кара. Чексо! ここまで当てられちゃう。そんなバカなとも言えやしない。Как-то несерьезно настроен Кейши. Должно быть, ему казалось, что я попросту задираю нос из-за того, что все мои пророчества попадали в точку. А я надеялась. Верила, что Кейши, способному разбить судьбу, повезет. И хозяин принесет еще какую-нибудь игру. Но все впустую. Чего и следовало ожидать. Вновь надежды мои не сбываются. Больно. Какева, покно качина но десио. Сказал я Кейчи с еще большей насмешкой. Не думай. Я хотел, чтобы он понял, судьбе не получится дать отпор, кем бы ты ни был. Но Кейчи дерзко оскалился. Чоуши не нору на ё, Рика-чан. Унмэй о ёмэру нанте, ии каген на кото о итча икэнай зэ. Отоко ни тотте, шукмэй то унмэй то ию котоба ва, мотто мотто тотокте, ацуи ими га комотте рунда. Сонна ясу-ясу то ёмэру ёуна мон жа нэ. Ми? Я не понимала, что Кейчи хочет сказать, но сердце замерло. Не от тревоги, нервно. Возбужденно затрепетал, как будто сейчас увижу что-то из ряда вон. Сакки Рика-чан ва, мастер га 100 億長者ゲームを持ってくることを運命だと言った。偶然であったとしても的中したのだから、Рика-чан が正しいと言わざるを得ないさ。でもな、こうも言ったよな。何ですか？俺が100億長者ゲームで戦うことも運命だ。А, типа он же не будет? Да, судьба. Когда в деле замешаны долгие сроки, со множеством неопределенностей судьба может меняться. Но в таком крохотном пространстве и за столь короткий срок неопределенностям практически нет места. Нечего надеяться на что-то другое. Нара, соно умме то яро. Орега бучкуаште яро, жанайка. Кстати, Рике нужно было это втолковывать, вы понимаете? Типа... На вот пальцах объяснять, что если ты типа расскажешь или сделаешь что-то напротив, то судьба моментально изменится. Потому что ты резко изменяешь что-то. Не глобальные там дальние последствия, да, в которых ты не шаришь, а вот конкретно мелкие действия краски разрушить проще всего. Кейчи резко поднялся. А затем громко сказал Томити и Окамури, попавшему к нему за столик. Сма, уре, 100 億長者ゲームは持ってるんだよ。だから、ルールの裏の裏まで知り尽くしてる。え？そうなんですか？ああ。だから、このセレクトはフェアじゃないよな。マスター、申し訳ないんですけど、100億長者ゲームの隣に置いてあった他のゲームに変えてもらえませんか？そうかい？わかったよ。じゃあ他のを持ってこよう。Устал усмехнувшись, владелец лавки взял коробку с игрой и отнес обратно. И пока я стоял с отвисшей челюстью, вернулся с игрой под названием «Белая борода в опасности». Пока, минус. これならどうかな？ Рика, ты такая...
あの樽にナイフを刺すゲームですよね。どうだよ二人とも、これならフェアだろ。そうですね、ルールも分かりやすいし、それにしましょう。じゃあ決まり、俺たちの卓はこれで勝負だ。Я еще подмигнул мне. Все стоявшие с нелепым видом, гляди, дескать. Все стоявшие. Возможно, посторонний увидел бы лишь, что Кейча обставил меня, найдя лазейку в пророчестве. Но все далеко не так просто. Всему суждено было случиться. Владелец принес игру в миллионера. И за столом Кейча должны были сразиться в нее. И так оно произошло в тот раз. И к тому же все шло сейчас. Но Кейчи, как ни в чем не бывало, дал судьбе пингадам. Что это легко. Ты тупая. Как будто кто-то предложил поставить яйцо вертикально. И Кейчи грубой силой разбил скорлупу, как сделал Колумб, и поставил яйцо перед отчаявшейся, не найдя решения мною. А, кстати, да, надо Хигураши написать. Секунду. У меня в миллион раз больше чудесных сил, чем у Кейчи. Так почему я прикидывалась столь слабой, хоть не да. Хоть мне должно быть куда легче сражаться с судьбой. И вообще хз, Рика! Чем ты страдала 100 лет? Мне ведь всегда было интересно. Не драться, чтобы избежать мучений. Штука в том, чтобы плыть по течению, не растрачивая силы зря. Какая же нелепая чушь. Рика-чан, са, саки, сукке цмаранасасуна каустетаю на. Сурете, аредаро? Саканацури гейму жа ия да на, тэ фуан га текчу шчатте. Футек сарете там даро? Соу не, има сара каксана. Жа, кантан жа нэйка. Я, значит, ведьма, живущая уже 2 век, поэтому, значит, выше других, не знающих, что их ждет. Бака-бакаши. Кейчи хлопнул меня по спине, подталкивая к моему столу. Жар, приятно покалывающий. Жар разлился внутри от его хлопка. Зачем второй раз повторили? Жар при этом много... Непонятно. Все, не буду я больше отчаиваться. Судьбу не одолеть. За 2 недели с ней не справиться. Я еще разбил судьбу не за 2 недели. Ему и 5 минут не потребовалось. Я думаю, что рыбная игра для рыбака жалко, поэтому я хочу сделать другую игру. Мои соперники, уже настроившись играть в рыбалку, с недоумением уставились на меня. Молчание испугало меня. Я прям чувствовал, как стена судьбы, в которую я с разгоном врезалась, дрожит, не желая поддаться. Однако я боялась напрасно. Сока! Да, Рика-чан, а нани гаи? Рика-чан, но тэян сэр хокану гейму да ия. Они вмиг согласились, оставив неминуемую, казалось бы, участь сыграть в рыбалку. Ох уж это участь сыграть в рыбалку, только не это, пожалуйста. Точно, я это раньше сражалась намного, намного яростнее. Но сама не заметила, как устала, сделалась угрюмой, язвительной. Сдалась своему врагу судьбе. Больше я не поддамся. Кейчи преподал мне урок. Пускай прошлых миров не помнит он, Кейчи остался Кейчи. Тем Кейчи, чей дух какой-то там судьбе не сломить. Хисасибурини. Уммейто татакао тою кирёку га чудит суру но канжиру. Яруки га ареба. Монону 5 分 でだって運命は変えられる。それが2週間もあるんだもの。今回は、これまでとは違う。もっともっと、運命と戦ってみせる。頑張りましょう、なのです。Тогда как я горела решительностью, во взгляде Ханью напротив читалась едва заметная грусть. Кейчи... А, нет, окей, выиграл. Я уж подумал, лизбул, что ли. Зокка! Оджисан на мисе на тезудай тэнжа, шиката не на.
Она переигрывала в эту найди пару, пока не запомнила все идеально. Она по-другому развлекалась. ささやかなお店だけどね。でもさ、特売やれば主婦が殺到するの常識で読めないのかね。店員足りないのに卵一パックを一人様一点限り10円なんてやるな。Фига себе. Представляете, десяток яиц по 10 йен. Актуалочка. В конце концов, когда мы уже готовились к завершающей битве, Мион срочно вызвали на работу, и соревнования пришлось прервать. Здесь все осталось так же. Будь я угрюма по-прежнему, мне бы и тут, наверное, стало тоскливо. Но нынче, вспомнив, как приятно бить судьбу хоть бы в малом, я ни капельки не расстраивалась, так хорошо мне было. Кейч и Мион сгорали от желания поскорее определить победителя. Да чего ж прекрасные их отношения. Ну, $10, конечно. За $1. Ладно, сейчас доллар не настолько, все же чуть-чуть подупал. Он за доллар там и 10 пенсов. Где-то так, наверное. Ну, за 20 пенсов максимум. Ну ладно, окей, может быть за 30 пенсов. Опять же, еще зависит от того, C0, C1 или C2. Там может сильно довольно цена разнится. Кстати, я сказал пенсов. Я думаю, я что-то не то говорил. Центов, в смысле, блядь. Британец, нахуй. Хонтони, оно втори ва накага ии не. Накаюши-сан сугите, Лена ва яйчао йо. Хоу. Учи но классе ни Кейт-сан то чикай тоши но данши га имасен моно не. Ага, первый парень на деревне, потому что единственный. Кейт-сан ни ва чёудо ии отоко-томодачи но канкак нан же аримасен но? Соре демо мии-чан ва онно-ноко нан да ё. Отоко-ноко ни ва наренай ё. Звучит осудительно, кстати, на твиче. こうしていると、仲のいい男子同士にしか見えませんわね。Рано и Садоко улыбались, глядя на дурачащихся Мион и Кейчи, вспоминая, похоже, как повеселили за день. Тут на улицу вышел хозяин лавки. Инна, кёва хонто ни аригато. Окаге де ивенто ва омориагари датта ё. В руках у него 4 пакета из оберточной бумаги. Ага, он и тогда одаривал нас благодарный за славный денёк. Помню, внутри были куклы. Айшита моно жанай кедо, коре, кё но удачин ни. А, Йоширо Оджи-сан! Атоси ни ва най но, удачин! Подарки, видимо, предназначались лишь нам четверым. Мион как родственница ничего не полагалось. Точно как и в те разы. Ара, ара, ара! Кавайи но га дете кимашта ва йо? Садока, получившая сумку первой, разразилась возгласами восторга, обнаружив у себя очаровательную куколку. Рана от нее не отстала. Кейчи достал наружу куклу в роскошном платье, стоившую явно немало. Спору нет, у него лучше всех. Даже я скажу, что это самое симпатичное. Думаю, что со мной согласятся и Садока, с Реной и Мион. Мион не замедлила куклу высказаться. Наверное, от обиды, что Кейчи достал куклу, которую ей бы хотелось. なんつうのか、プリティっていうか、キュートっていうか、可愛いのは認めるんだが、着せ替え人形はちょっとな。ケイちゃんが持ってたら、確実に明日から変な趣味の人扱いだね。うん。Была бы ты честнее, Мион.
Но очевидно же, что ты пытаешься как-то убедить Кейча дать куклу тебе. И это, как бы сказать, настолько женственно, что бросится на лицо улыбка. Лучше бы я попросила прямо. И что в ней мило, Мён так не может. Правда, балбесу на вроде Кейча этого не понять. Хи-хи. И это хи-хи к резне привести может. Хи-хи. Да, и Кейчи после такого не мог оставить ее себе. Вот только кажется, он не знает, кому бы ее отдать. Ему что, не по душе делать подарок стоящих в паре шагов Мион? Время. Токива Томаре! Ханю жестким тоном шепнула мне на ухо. Рика, помнишь ли ты? Что? What? Стоп, чё? То есть если... А кто... Тут вообще есть сейчас кто-нибудь на стриме? Я знаю, Хигураши не самая популярная, но всё же... Кто-нибудь шарит вообще? Я понимаю, как отправиться дальше правильно. Но... Типа, мне интересно, что будет в неправильном решении, насколько это будет длинно. И стоит ли оно того? Или будет просто повторение? В прошлые тоже были пути? А, нам, видимо, глобально предложили отменить эту фигню. А тут мне никто ничего не предлагал. Ну, а там же Джека нету. Как заказчика, чтобы время не буду тянуть без подтверждения, пофиг. Еще сейф есть. Да. Я помнила. Помнила, как обычный поступок бестолкового Кейча обернулся страшными последствиями. В душе Кейча понимает, куклу следует подарить Мион. Ей одной ничего не досталось, так что дать куклу ей будет справедливо и естественно. Но его смущала Мион, которая, будучи девушкой, вела себя точь-в-точь как друг одного с ним пола. Кейчи видел в Мион такого же мальчишку, как он сам. А о том, чтобы дарить куклу другу мальчишке, речи вестись не может. Кейчи боялся, что подарив Мион куклу, больше не сможет не замечать, что то все-таки девочка. И он хотел продолжения прежней дружбы. Дружбы как бы между двумя мальчишками. И потому не хотел отказываться от нынешних отношений. И потому не мог отдать куклу Мион. Не мог, хоть и понимал, что ей одной не досталось подарка. Но то лишь его точка зрения Мион считает иначе. Сама-то Мион втайне хочет, чтобы он видел в ней девушку. Я приблизилась к Кейчу, чтобы говорить тише. Если бы Мион расслышала, как я советую Кейчу отдать куклу ей, она бы заупрямилась и не взяла подарок. Так что надо, чтобы никто больше меня не слышал. И нельзя мешкать, не то догадается. Я потыкала в спину Кейчу. А? Кейчу? Больше всех куклу хочется той, кто больше всех язвит. Так я хотела сказать. Но Кейчу опередил меня. А? Понятно. Я вообще ни слова сказать не успела. Но Кейчи ответил, что знает. Не поняв, что тот имел в виду, я смешалась. А он тем временем, назорно улыбаясь, повернулся к Мион. Стоп, а если я ничего не делаю, Кейчи все равно дарит. Мион, если я имею в виду, то это странная хобби. Кто это имеет, то это Марк Осамар. Я не знаю. まあお人形なんて男の子の持つものじゃないよねって言っただけだしさほう
じゃあお前が持てば万事解決じゃないか。ほれ。Да, сейчас. Ой, птичьими белыми руками отправил Мион куклу как баскетбольный мяч. Как будто та проиграла в камень-ножницы бумагу и вынуждена теперь нести его в портфель. Лицо Мион сделалось ярко-красным. Со смущенным видом Кейч отвернулся. Я поражена. Без единого слова он понял мой совет, подари куклу Мион. Был ли он прежде, но столько толков. Тычок пальцем в спину, Кейч решил подарить куклу Мион. В прошлых мирах едва ли он поступил бы так, даже ткни я его. Перемена малая, но наглядно показывает, что нынешний мир не таков, как те. Впрочем, а что если... Может, Кейч и без меня бы отдал куклу Мион? Я сейчас что-то не буду, просто хочу для себя глянуть. Ну, я тоже могу глянуть. Да, находясь в таком же положении в прошлом, я еще отдал куклу ранее, да. Гей. Да, да, да. Так, но... Испытывала. Мио, орега му... Су-су... Ма, о нингё нан... Хо-хо, хуре! Да, окей, то же самое. Здесь больше, что он больше чудо. Кейчи. Рика, какую-то можно сказать, но это может быть. Окей. Масака. В этот раз выбор как в Геншине был. Пару фраз поменялось. Да, Кейчи не помнит прошлых миров. А нет, в Геншине даже фразы не меняются. Как в Хисейре тогда. Да, Кейчи не помнит прошлых миров. Только не могли ли они оставить в глубине сердца крошечный, почти незаметный след? Его сердце слабо запомнило, как скорбело и раскаивалось в тех мирах. И вот потому, когда вновь произошло то же чувство, что куклу следует подарить Мион, было, скорее всего, намного сильнее прежнего. Небольшая перемена Кейча в лучшую сторону была до того призрачна, неуловима, что лишь я, прожившая много миров, могла ее видеть. Ну, я-то видела. Я ее видела. Мион, покраснев до корней волос, понесла очевидную чепуху. Да ты что? Мне такой не идет. Лучше бы ты Рей не отдал. Ее вид ясно сказал всем, теперь и до Кейчи дошло, что на самом деле Мион шутка хотела куклу, но прямо сказать стеснялась. Да, да, в аниме был подход к Кейчи, я помню. Ну, это выглядит более логичным, как персонаж, который хочет что-то делать, а не стоять, блин, столбом опять. С малинового цвета физиономии Мион отчаянно трясла головой, делая вид, что ей ну ни капли не хочется куклу. По Бернгенстель, чтобы свершилось чудо, нужно что-то делать. Живой пример
поговорке про «хоть кол на голове тиши, а ей не вдомек». Все присутствующие озорно улыбались, поглядывая на негодующую Мион. Ой-ой, бецу не оннаноку жанай то нингё ва ватасе най тока, соую кангай-ката жанэ зо. Коиц ва, оре то кё но букац де, ацуй нирамя айо ште кулета синью э но окуримоно нан дасе. Со нано? Кей-чан ва отоконоку но томодачи ни мо нингё ва ватасу ваке? Ма, ташка ни эрабэру хан и га ару нара, わざわざ 人形は選ばねえな。 でもよ、 男の世界じゃ 相手に悪意がない限り 贈り物は拒まねえぜ。 相手の気持ちなんだからよ。 変に断られると かえって男気がないよな。 じゃあ、その 女の子でなくても 人形を受け取ってもいいんだ。 Бери, ломается. Насколько смешно выглядел их разговор, что даже дальше держаться никаких сил не осталось. Рена уже вовсю не таясь хихикала. Не удержавшись, смеялись и мы, я и Сатака. Заметив, что над ней смеются, Мион запылала еще сильнее. Отокуга накама не окутамон дазе. Дайджи не шинакаттара, шоучи шинайзо. Оджисан га... この人形が欲しいからもらうんじゃないよ。 ケイちゃんが仲間に送るって言ったから ケイちゃんの顔を立てるために受け取るんだからね。 Уже и Ханю не сдерживалась. Она громко весело заливалась, зная, что ее не услышат. Удобно быть призраком. Вот только правильно ли Кейч уладил все? Я-то думала, в тех мирах беда приключилась с того, что Кейч обращался с ней не так, как подобает обращаться с девочкой. Конечно, куклу она получила, но все равно не похоже, что Кейч видел в ней девочку. Впрочем, судя по радости на лице Мион, про то можно спокойно забыть. Небось, Мион ляжет сегодня спать в обнимку с подарком. Еще и поцелует на ночь. Об заклад побиться готова. Именно так говорит вся ее физиономия. Кейч чуть вздыхает, с улыбкой на лице обернулся к нам. Кейч-кун 100点満点かな? Кана? Бокумо соумоймасу десу. Ано изиппари но Мион ни ёку о нингё ватасемашта десу. Мион-сан мо варатчаймасу ва не. Хоши итте анна ни као ни кайте ару но ни ясе гаман нанка шичатте. Чигай не на. Кора! Оджи-сан но кагегучи о иттеру дешо! Мичан, байто исоганакуте ино? Чикокушичао? Мо, обоите на ё! Мион не хотелось уезжать, но, опоминавшись взглядом между лицами друзей и часами, она махнула нам и была такова. Все улыбались. Дневное веселье не оставило еще нас. Для всех день прошел в чистом, ничем не омраченном веселье, и никому не было больно. Хоть вроде бы я проживала заново прожитое столько раз, теперь что-то пошло иначе. Мне словно бы выпала шестерка, а там еще одна, когда я попытала удачу повторно. Не знаю, просто ли мне повезло, или же так должно было случиться. Но я чувствовала внутри ликование и уверенность, словно сама богиня судьбы благословляла мое решение драться. Яширу-сама. После ужина я, Садока и Ханю смотрели телек. Моя подруга призрак. Выступавшие на эстраде комики веселили приглашенных гостей. Мы тоже заливались хохотом. Хау-хау-хау. Почему, кстати, пишут Ао? Она же Хау говорит. Что на Ханю, наверное. Это, идея полная отсюда.
ハウハウハウ。ミー、ミパー。Хоть видела я троих, по-настоящему в комнате присутствовали только я да Сатака. А не видела, видно одной мне. Сатака я не увидеть, пока. Хани отвечала на каждое высказывание Сатака. Сказать-то они за что ее не услышат, в хорошем настроении Ханю частенько так делает. Она лишь подражала общению, подобно людям, отвечающим на вопрос кого-либо в телевизоре. Ну, кстати, да. Мы же с экраном разговариваем периодически. Так что не настолько даже странно. Как, наверное, ребенок играет с куклами во взрослую жизнь. Ну или так тоже, да. Сдается неизбежностью было, что Ханю, лишенной возможности общаться с кем-либо помимо меня, придумает себе вот такое развлечение. И когда наш клуб собирается поиграть, Ханю неизменно с нами переживает, смеется. Могла бы она по-нормальному общаться со всеми, наверное, стала бы для всех близким другом. Ну это подожди, восьмую часть. Надеюсь, здесь будет чуть понятнее, как она вообще оказалась в реальном мире. Какой пауэр она использовала, чтобы внести настолько большое изменение в историю. Потому что в чайках, например, Фурде Эрика существовала во всех мирах. Просто не во всех мирах она доплывала. То есть выпадает она из лайнера везде. А всплывает не везде. Об этом я старалась не размышлять, чтобы не обидеть Ханю. Эти правдивые предания о чудесах, записанные в древних свитках, веками хранимые семьей Фурода и породила их правда она, то в незапамятные времена Ханю обладала огромной силой и могла общаться со многими. Ну да. Теперь же от ее божественной силы не осталось и буквы «С». Больше того... Ее никто не ощущает, кроме меня одной. Ну, там все сложнее. И силой. Ханю ни разу и словом не обмолвилась о том, как потеряла силу. Остается только считать, что наступление цивилизации оставило все меньшее место богам. Соответственно, ослабели сила Ханю, как и само ее присутствие в нашем мире. По преданию, если в роду Фурода 7 поколений подряд первенцами родятся девочки, у Яшера сама воскреснет. И действительно, с моим рождением Ханю впервые за столько веков нашла человека, который мог с ней общаться. Означает ли это, с людской точки зрения, возрождение Яшера сама? Порой не верила, что Ханю то самое божество, кого почитают деревни, о Яшера сама. Особенно, когда глядишь на нее вместе с Сатака, лежащей на пузе перед экраном, подперев кулаками щеки, заливающиеся веселым смехом. Ну, такая мини-подтверждение. То, что нам вроде до этого не говорили, что Ханю, это прямо у Яшера сам, здесь прям прямым текстом это сказали.確かにそんなことをどこかで聞いたような気もしたが、それってマジだったのか？ Так оно, конечно, сложилось, что в мире нередко сообщают приятные вести о том, что твои дела где-то высоко оценили. Такие, которым обычно вежливо смеешься и говоришь «да, хорошо бы». Но вот когда они внезапно оказываются правдой, и дрём батон. Мажи мо о мажи. Йоширо оджисан мо дайзэссан. 昨日のおもちゃ屋での部活、ゲーム中の暴れっぷりは実に見事だったからね。Новые события。レナもあんな遊び方や盛り上がり方があるなんて知らなかったかな、かな。ここだけの話ですけど、私の近くにいた子たち、ケイツさんと同じ宅で盛り上がりたかったって悔しがってましたのよ。Да, все же мы теперь Кейши. Жаль. Вообще-то, знаете, я не играл. Я просто выжимал себя все силы, дабы не проиграть. И, честно, не очень понимаю, что он нам может даст. Что мы еще не знаем о Кейче, чтобы от его лица еще вести повествование. Впрочем, зрителю, наверное, казалось, что я веселюсь вовсю.
確かに、ケイちゃんは普段の部活においてもとにかくよく盛り上がってくれますからね。Что забыл, что она уже сразу появляется. Видимо, из-за того, что куклу отдали, типа как-то повлияло на то, чтобы Мирна, что он сюда пришла. 監督もケイちゃんがひなみざわファイターズに入ってくれたらさぞや盛り上がるだろうって言ってましたし。言ってましたね。昨夜会合の席でも入江先生、前原くんのことをベタ褒めでしたよ。ケイチくんは自分で思ってるよりずっと人を楽しくさせる力があるんだよ。そうかな。おじさんだって自分の仲間が可愛いからって推薦したわけじゃないよ。ケイちゃんならこの退任にきっと答えられるって思ったから推薦したわけさ。僕も同じ席にいましたですが、全然反対意見が出なかったのは驚きだったのです。реально Кантуку перевели как тренера. Не обратил этого внимания, а стоило. Маэбара-кун ва сенсей га омотте иру йори мо зутто мура джу де хёбан нан десу не. Окиномия кайвай демо юмэй десу. Да, 先日のひなみざわファイターズと沖宮タイタンズの試合でのあのステップぶりはもはや現地では伝説的ですからね。Он прикатил, все понял. Ну да, да, это же арка Сатока. あれはすごかったですものね。亀田さん目当ての記者の方々も度肝を抜かれてましたよ。А, не про тот жульнический матч в бейсбол против Камеда-куна. Хорошо, что мы больше не встретились с Камедой-куном. Народе сочли, что подающий уровня Кашена испугался моего зоркого глаза. С тех пор между нами возникло довольно-таки причудливое товарищество. Но подробности здесь приводить не буду. И не надо. Докана, Кейч-кун. Лена-ва, Кейч-кун нива соно чикара га ару тому, на? Кстати, Анжел Морт, мы походу тоже избежали. みーちゃんだけの推薦で足りないならレナも推薦するよ。ケイチくんならきっと綿流し実行委員の退任を全うできる。綿流しデリヴェンスキーフェスティバル、а ежегодно проводимый в июне. Насколько слышал, то главный деревенский праздник, на него собирается вся деревня. Разумеется, к подготовке празднества подобного размаха нужно подходить по уму. Поэтому на основе сельсовета создан исполнительный комитет, который начинает приготовление за несколько месяцев до фестиваля. А до фестиваля всего лишь пара недель. И они хотят, чтобы я только-только сюда приехавший сходу вступил в исполнительный комитет. Да-да-дай-тай-о! Оре, джикко-ин но сиготу нанте сиранай кара, нанно як ни мо татэнай зе! 実行委員なんて堅苦しいのは肩書きだけだよ。ケイちゃんに満場一致でお願いしたい役はね、ズバリ叩き売りオークションの司会なんだよ。なんだよそれ。バナナでも売らされるのか。そこは先生から説明します。今年のお祭りでは新しい試みとしてオークション風に寄付品の叩き売りをやろうということになったのです。そこは複雑な事情があってね、町会で寄付品を集めてそれを商品にしてのみんなで参加できる何かをやりたいんだけど、過去の役員会でいろいろ大人の事情があって福引き抽選以外の方法で商品を分配したいってことになったんだよ。早い話が、昔ばあさんが癇癪を起こしときながら引っ込みがつかなくなったことがあるわけなんです。エイビックに見えたアオクソーのドシャーレシアオクソーのドビートワン。ばあさんって自分でトラブっときながらよく後悔してますよね。まあね。まあそんなわけで、福引き以外のイベントで何か楽しく商品を山分けできないかって話になったわけよ。それで出た案が寄付品の叩き売りオークションってわけ。おい、кстати, Мирц. А, прошу, отпиши мне, кстати, насчет игры в плане, как ее взять,
и все вот это вот. Ну, Discord. ひょっとするとものすごく安くいいものが買えるかもしれないし、他の人が高値を付き合うのを見てるのも楽しいしね。しかも寄付品だから元手はタダ。А то в расписании стоит, а типа самой игры нету. Типа, чтобы не забыть в последний день, не вот это все не настраивать, непонятно откуда. Чиккоинкаймо, наканака, оканемоуки га озёзу десу ва не. Уриаге ва зенбу, фую но чоукай онсен рёкоу но авамугича дай ни нару но десу.古いのです。フルデさんは泡の出る麦茶はまだまだいけません。オッケー、あ、トロール。だいたい話は見えてきたが、でもよ、俺はオークションの司会なんかやったことないぜ。でもケイチ君ならきっとやり遂げられると思うな。売り上げの1割はお小遣いになるとか言われたらものすごい頑張りそう。まあな。очень жирно。実績に応じて何か得られるってなら、それは頑張るだろうな。Fact。逆に実績が出なかったらとんでもない罰ゲームが待ってるかもしれませんでしたよ。ちょっと待て、佐藤。なんで俺がそんなリスキーな条件を引き受けなければならないんだ。そもそも俺は依頼されてる立場だってことを忘れるなよ。俺はこう見えても。スケジュール多忙で忙しいんだぜ。そういうのはマネージャーを通してくれたまえ。マネージャー。どうよケイちゃん、もし何かご褒美がないといけないってんなら、内容と条件次第では考えてもいいよ。私もケイちゃんを推薦した以上、何としても引き受けてもらいたいと思ってるからね。最大限配慮するよ。ほう、太っ腹じゃねえか。さーて何がいいかね。罰ゲームを何にするかというのはよくあるけど、ご褒美は何がいいってのは初めてかもしれないね。ご褒美。言われてみればそうですわね。私たちってつくづく過酷な状況で戦ってますのね。Арена права. По сути, в клубе мы бьемся за то, чтобы избежать наказания. Несмотря на правила, победа все.Никаких наград и почестей победитель не получает. Редко не най ойсий ханаси ни Кейчи га коматте имасу но десу. Ми-чан но хоу де нанико теан декинай но? Нан демо ии о тте иваретара кайте омой цуканай йо не. Соу да не. А! Джа конна токо де доу? Энджел Морто но дезарто феста но ньюжоу кен то. Оу, нет.Мы еще не избежали Анжел Морта. О, не. Кечиксай кото иванай де. Доан то 3 лет вон курай презенту шчаеба ии жанай деска. Ара. Соле ва гоука дева гозаймасен но. Ташка, дезарто феста но чикетто тте. Моно сгой коубай лиц де. Ями торихки мо сарете рун даро. Сонна но 3 лет вон нанте. Хонто ни ии но ка йо?もちろん成功報酬だよ。盛り上げてくれないとダメだからね。大丈夫だよ。ケイチ君ならきっと大盛り上がりになる。それについては私も同感です。というか、どんなめちゃくちゃな売り工場が飛び出すか、かなり楽しみです。だ、прерви, плиз. Или можешь скипнуть тоже. たとえ、タコの入ってないたこ焼きであっても、行列させてしまいそうですもんね。ну это отсылка к тому, что было уже, да. ой ой, さすがにタコなしたこ焼きは無理だろ。いやいや、ケイちゃんなら見事売りかねないね。うんうん、小麦粉の味が素朴でヘルシーとか言いそう。интересно, Рика слушает этот разговор, она вообще шарит? お前ら、俺をおだててるのかバカにしてるのか微妙だぞ。
Зачем мы Кейчи реально слушаем? Я до сих пор не понимаю. Единственная мысль, кого сейчас интересна, это Рики, блин. Кстати говоря, Чей Сенсей вроде бы как тоже стоит в комитете. Должно быть, она горячо поддержала предложение Мион. バナナの叩き売りだってさ、その売り工場の切符の良さに感服して買わせるわけだしね。前原圭一、ワンマンショーでございましたよ。楽しそうですわね。おいおい、俺はまだ引き受けると言った覚えはないぞ。大丈夫だよ、圭一くんならできるよ。ちぇ、レナメ、他人事だと思って気楽に言いやがって。 Здесь директор, молча слышавший нас, наконец вмешался. Доукане, Майбара-кун. Ваши мо кими нара ярэру то омоу зо. Отоко нара хитоцу, минна но китай ни котаете минкан. Что ж, смочиться я, пожалуй, смогу. В клубе Мион я с чем только не сталкивался. И впервые слышу, что можно получить лишь награду, а наказание бояться не нужно. Да и весело, коль соглашусь, точно будет. Как-никак на меня впервые рассчитывают столько людей. Говорю по правде, я даже несколько раз. Но не уламывают ли меня на трудную, требующую хлопот роль? Такая возможность слегка беспокоила. Но здесь же все-таки Хинамидзава. У здешнего народа за доброй улыбкой обмана таиться не может. А значит, все искренне верят, что со мной в роли ведущего праздничный аукцион выйдет незабываемым и готовы за меня поручиться. За ничтожное время, прошедшее с переезда, я успел это понять. Йоша, оре мо отоку дазе. Соко маде ивареча, хикиукенай ваке ни а иканай на. Митеро йо, оре га яру кара ни ва, докан то мори агете яру зе. Энджел мото но чикетто о васлеру на йо. 3 нен докоро ка. 10 年分くらい進呈したくなるくらいに盛り上げてやるぜ。よく言ってくれた、ケイちゃん。Все громко захлопали. Интересно, сколько раз мне за жизнь хлопали именно что поздравляя? Ни разу. Со мной такое правда впервые. しかしよ、よく俺みたいな若造を推薦して、町会の人が納得してくれたよな。По идее, в Сельском Совете должно найтись немало твердолобых дедов, недолюбливающих молодежь. Тем более, что я не успевший толком обжиться здесь городской. Каким бы почетом ни пользовалась Мион в деревенском совете, с трудом верится, что на выдвинутую ей мальчишку вот так запросто взяли да согласились. Хинамидзава もダム戦争に打ち勝って、これからは新しい時代を築き、どんどん栄えさせていかなくちゃならない。だから若者歓迎、よそ者飛び入り大歓迎って風に、どんどん意識改革をしていかなくちゃならないんだよ。圭一は若くてよそ者で、しかも受けがいいので、まさにぴったりなのですよ。受けがいいね。どうして俺の知名度がそんなに高いのか。不思議でならねえぜ。多分みーちゃんの罰ゲームと密接な関係があると思うかな、かな。やっぱりそれか。あろフレレ。じゃあこれで決まりですね。先生の方から今夜前原くんのご両親に電話でお話ししますので、一応前原くんの方からもご両親に。この度の件を話しておいてください。あ、ну да, без родительского согласия никак. Возражений у них не должно быть. Вот только заинтересоваться, почему выдвинули меня, вполне могут. Напоследок, похвалив меня за подобающую мужчине решительность, Чи Сенсей с директором вернулись в учительскую. К слову, стояла обеденная перемена. В класс вдруг заходит Чи Сенсей с директором. А тут еще Мион возьми, да скажи, что у него ко мне важный разговор. Словом, здорово, я перетрусил. Из-за чего в набитом пузе теперь неуютно бурчит. Айбара-сан! Киитемаштайо! Сугой жанай деска! Чоукай кара суисен о укеру нанте! Сугой мейо десу йо!
おお、富田君に岡村君か。そんな名誉なら君らに譲ってもいいぞ。無理ですよ。ドライバラさんじゃなくちゃ務まらないです。И тут я заметил, что весь класс галдит, обсуждая назначение меня ведущим аукциона. Весело нынче будет, вот она Гаши, говорили они, точно не разочаруемся. Гляжу, на меня большая ответственность, придется расстараться, чтобы не подвести. Сода, вассалитета! Учино батчагане, и пай охаги оцкуттандайо. Охаги. Гакконо минна нимо табете мораетте, моттеко сасераретандакке. Мион хлопнула в ладоши, вспомнив забытый наказ, а затем расстегнув дорожную сумку, с утра не дававшую нам покоя своей загадочностью, вынула и поставила на парту большую коробку. Внутри оказалось полным-полно аккуратно уложенных лицевых шариков. Ара-ара, так сахать-то и вас, ну не! Класс, дэйни, табете и тадаке сона край аримасу, айо! А штук 30, что ли? Кошмар. Или сколько там людей, что было? Каи! Ой, сисо! Ну, в прошлой арке говорили число. Батча ва охаги о цукуру но га дайски нан дес ё. Дою ваке ка. Соухей га дайски датта но дес ё. Сухей это муж? А, джитча га ски датта раши не. Реально, у неё же муж был, о нём обычно никто не вспоминает. Ямамори табета раши ё. Джа, Мии-чан но оба-чан ни тотте ва, охаги ва накунатта ожи-чан о мои дасу тайсетна моно нан да не. Соу нано? Джи-чан га ски нано тте канзуме да то омотте машта. Странный вкус у деда. Сион ва канзуме га даме нан да ё не. О? Что на ну? То что? Помню, кстати, да, в пятый был об этом чуть. Канзуме шу, то имаска. Ну, психологическая, да, скорее всего. Оно доктокно тецкуса-са га домо нигате де. Ара. Типа, что не свежее сразу в голове. Хто ни ягару кабоча о мурияри табесасете, ски кирай ва икенай, тока иттеру хто га цуйбун на харасте гозаймасу но не. Хм-хм, не. Чо-то-не. Хто-га ягару кото ю нанте сайте десу ё. Нанда-ка вакаран га, Мион га мезурашку нигитта Сион но ёами даши на. Омоцрой кара фудан но урами о харасе. Хури-хури. Видно, смешна причина, по которой она не любит консервы, и Шон стыдится её. Пару минут сестры увлеченно боролись. Ах да, это когда она типа была жнищей. Вроде там об этом типа говорили. В ближнем бою Мион показала неплохое владение коленом, нанося сразу несколько ударов с пулеметной скоростью, но вот оказаться в захвате она явно не ожидала. Все-таки сдается, что он выше сестры на голову и старше. ですね、カサイっていうタチの悪い親父がいましてね。そいつがですね、純粋無垢だった幼い私にですね、缶詰の中にはたまに人間の肉が混じっているとか、とんでもないことを吹き込みやがったせいなんです。И еще об этом Пекана говорила какой-то зарок, он тоже пятый。都市伝説にたまにそういうのがあるね。あるある。俺たちのとこでも牛丼の肉は実は犬の肉だとか、ハンバーガーにはミミズの肉が混じってるとか聞いたことある。なんか、как в шаверму, типа кошек там。そんな話がありますの？そんなの聞いてしまったら、もう牛丼もハンバーガーも食べられなくなりますわね。そうなんですよ、サトコ。私はトラウマを負わされた犠牲者なんです。同情はしますけど、カボチャフルコースの恨みと相殺するにはまだだいぶ足りませんわね。
さとこは根に持ちすぎなのですよ。僕は美味しくてペロリだったのです。なんだかよ、そんな話をしてるとさ、このミオンのおはぎにも何か妙なものが混じってそうな気がしてくるよな。行こう行こう。確かにこの私が持ってきたおはぎだもんね。中に何の細工もないってのは確かに不用心だよね。おはぎミオン、она верно принесла их ミオン。Тут уж глупо не заподозрить чего-то. Что за черт? Кажется, будто я что-то забыл. Напомнить мне нечего. Должно быть один из тех случаев, когда от усталости кажется, что ты помнишь то, чего помнить не можешь. Ведь раньше меня хаги не угощали. Память упрямо толдычит, будто подобное уже случалось. Что это, Кейти? Рика насторожилась. Я, нам не было. Майни мо... ミオンにおはぎをもらったことがあったような気がしたんだけど。プレザーラン。これが初めてだよな。そうなの？みーちゃん。いや、これが初めてだと思うな。何かの勘違いじゃない？私の記憶でもミオンさんが学校におはぎを持ってきたのは今年はこれが初めてのはずでしたよ。うん。わかった。おじさんが持ってきたおはぎだもんだから、何か罠があると思って警戒してるんでしょう。そこは威張るとこじゃなくて、日頃のお姉のそこを反省すべきとこだと思いますけど。そうだよな。同じおはぎでも、レナとかが作ったおはぎなら、絶対そんな風には思わない。Are you sure about that? レナっておはぎ作るの、何気に上手なんだよな。小さいけど、丁寧で。あ、レナ、おはぎなんて作ったことないよ。Это странно. Реально за всю жизнь? Что, серьезно? А что я тогда говорю, будто бы она их лепила? Откуда я взял, что Рен они выходят маленькими, но опрятными? Не пойму, что с моей памятью. Все становится на свои места, коль признать, что память чудит. И сама Мион заявляет, что впервые принесла нам Ахаги. Пока я, склонив голову на бок, неудуменно моргал, остальные разбирали Ахаги. Рена вынула один для меня и положила его на крышку от коробки. Отчеты я не мог оторвать от него свой взгляд. Что же меня встревожило? Мион говорила, я беспокоюсь, нет ли чего внутри. Но я бы не назвал это беспокойством. Точно, как бы сказать... Вроде как я запамятовал о некой обязанности. Напрочь позабыл то, что должен был помнить. И лишь, что должен был что-то напомнить. Что напомнить? Такое вот странное ощущение. Передо мной лежит всего-то единственная Ахаги, просто-напросто принесенный Мион из дома. Раздражение потихоньку крепло, но в уме ничего не рождалось. Вообще. Начнем с того, что я и вспомнить ничего не смогу. Ведь я... Понятия не имел, что мне там помнить. Кейти, саки кара охаги о житто мите, то шимашта но деска? Я, дежаву дакке, кишиган дакке. Ора, тама ни най га? А, постоянно. Хажимете миру моно намо ни са, како ни сиде ни митеита йо ни канжиру токи тте. Кейти ва, како ни мо Мион ни охаги о моратта йо ни канжиру но деска? でも気のせいだよな。ミオン自身そんなことは覚えがないって言ってるしさ。ケイチ、ありもしない記憶なんてありませんです。もしケイチが覚えているのなら、それは本当にあったことなのですよ。Рика Чан сказала странную вещь. Обычно я списываю подобные замечания на желание подурачиться. Но с воскресных предсказаний в магазине игрушек начал немного серьезнее относиться к россказням стариков о чудесных силах у Рики Чан. И сейчас мне показалось, что в ее словах важный смысл. Ну хотя бы чуть понятнее, зачем нам Кей еще дали. Это значит, линне теншоу тока сою ханаши нан даро? Буква... 宗教のことはよくわかりませんです。ただ僕が言いたいのは、ケイチが知っていることならそれはあったことなのです。
だからそれを思い出してほしい。気のせいだと片付けないで記憶としてほしい。僕が何を言っているのかわかりますですか？Не ожидавший от Рики-чан таких взрослых рассуждений, слегка растерялся. Рика-чан казалась неозорной малюткой, дурачащейся, с детскими словечками вроде «ми-ни-па». От нынешней же Рики-чан веяло чем-то иным, хотя она, кстати, голос не меняла. Тут надо сыграть дурачка, шутиться, но нет, серьезный, как никогда ли Рики-чан говорил, шутки сейчас неуместны. Рика-чан-га, сою нара. Жа, урева, бецно секай токаде, Мио ни охаги о муратта котога арун дару на. バカにしませんから全部話してください。どこでどうしてなぜミーにおはぎをもらうのですか？いつどこでどうしてなんて具体的に聞かれれば聞かれるほどやっぱり妄想だったんだなって思っちゃうよ。寝ぼけて見た夢なのかもしれないな。夢でもいいのです。もっと覚えてるはずなのです。話してください。Да что с ней? Чё? Тарика-чан чересчур любопытничает. Самому мне история не казалась такой уж достойной внимания. Стало чуть-чуть неуютно, я не понимал, с чего ей делаться настолько серьезной. Но слабое беспокойство, свербившее внутри, с первого ее вопроса подталкивало рассказать все начисто. Может, она умеет как-то истолковывать сны? Но так почему бы не рассказать? Она все-таки жрица Яширасама. Бога благословений. На... 俺は多分学校を休んだんだよ。風邪なんだと思う。Воспоминания раскрошились настолько, что смахивали на порошок. Вот я зачем-то стоявший в прихожей своего дома, встречая Мион и кого-то еще, вроде как Рену. それでミオンのやつ、お見舞いのおはぎだって言って持ってくるんだよ。今日言ってるのと同じで、おばあちゃんが作ったって言ってた気がする。それで、うん、それでそのおはぎを食べるんだよ。二人を返した後に、それでさ、おはぎの中から、ここから先は間違いない。漫画の受け売りだよ。多分昔読んだ漫画のエピソードと記憶が混同して、そんなことがあるわけない。ケイチ、話を続けるのです。おはぎを食べて。中から。ああ、いや、俺が小学校の頃に読んだ怖い漫画にさ、ハンバーグの中に裁縫針が混ぜられているっていう話があったんだよ。ハンバーグ перевели как котлету, кстати, лол. シオンもさっき言ってたろ。小さい頃に怖がらされると、トラウマになって残るっていうやつだよ。Сюжета почти не помню. Кажется, девочка с кем-то неудачно столкнулась и заладывала лицо на всю жизнь и затаила зло на виновника своего уродства. Теперь-то я вижу, что сюжет манги нелепее некуда, и автор даже не напрягал мозги в попытках поизощреннее напугать читателя. Только меня тогда, сопливого младшеклассника, она, будучи нарисована в крайне живописном стиле, потрясла до глубины души. В одном из моментов пострадавшая решает отомстить, подложив своему обидчику в еду всякие опасные штуки. И в первой же сцене, еще не подозревающий, он сует в рот котлету со швейной иголкой внутри, затем вопит во все горло. Мне теперь вспоминать страшно, настолько ужасная, травмирующая сцена. Она оставила на детском воображении глубокий след, и в течение какого-то времени я не мог положить в рот чего-либо, не убедившись сперва, что внутри наверняка нет иголки. Некоторое время никакая сила не могла бы меня, не заставила бы меня притронуться к чему-то вроде гамбургера или нигера, а теперь гамбургер. Вы же перевели ее как котлета только что, ну ладно. Впрочем, в конце концов, родители обеспокоились, и голод растущего пацаненка оказался сильнее травмы. Так же тихо и незаметно, как привычка мочиться во сне под себя, оставила меня и травма. ちょっとでも怪しいシチュエーションがあると針が混じってるかもしれないなって考えちゃうんだよ。もちろんちょっと考えるだけだぜ。почему он именно иголку представил? みんなの弁当をつっつくときいちいち中身を改めてたら失礼だもんな。針を混ぜるなんて危ないいたずらなんて絶対するわけがないって思うから
そんなくだらないトラウマなんか気にしないで食べてるんだよ。でも今でもちょっと怖いのですね。未だに忘れられないってことは今でも心の中にはちょっと残ってるのかもな。ではそのミーのおはぎからは出てきたのですね、裁縫針が。ああ、出てきた。В том Ахаге, как я и страшился, оказалась иголка. Какой черт я делюсь с ней бессвязным бредом, не то приснившимся, не то воображенным в горячке. Ко мне из-за простуды или чего-то еще пропустившему школьный день пришли рано смеоны, принесли гостиницу Ахаге. Такого со мной не было, так что тут налицо сбой памяти. Почему реально? Это же воспоминание воспаленного мозга Кейши. Типа, в том мире он думает, что она есть. На самом деле ее не было. Но память-то осталась воспаленная. Но Рика-чан попросила ей рассказать, пообещав не смеяться. Я рассказал. Кейчи-ва, меномайни-ару коно охаги-ни-мо, хари-га мазитте-иру-йоу-ни-канжи-те, куай-дес-ка? Дакара, сакки-кара те-о-цукераре-най. До меня дошло, что Рена с Мион тоже на меня смотрят. Похоже, они пытаются понять, почему я мрачно рассматриваю шарик из риса вместо того, чтобы съесть. А, Кей-чан, охаги кирай датта? Кирай датта нара мури шинактемо. Мион, по-видимому, решила, что я не люблю охаги. Что же я за дура, по незнанию подсунула то, от чего его воротят, буквально читалось у нее на лице. И при виде легкой горечи, омрачившей лицо Мион, мое сердце как ножом полоснули. О, не, но охаги нанде. Нака ни нанька мёна моно га шикомаретеру тте утагаттеру ндесё. Я тут же возразил, вернее, сама вырвалась. И настолько не к месту, что никто не понял бы, что я имею в виду. Даже я сам не понял, что брякнул. Я, хаккири данген декиру зе. Коко ни ару мион но охаги нива, хари нанте, зеттай ни хайтти не. Хари? Сонна но нанде ожисан га ирэру ваке? Атаримай да ё на. Мион ва ташка ни... おとなしくお見舞いを持ってくるようなやつじゃない。タバスコを入れるとかそういう冗談はやるかもしれないが、間違っても針なんて混ぜない。シャレになることとならないことのけじめははっきりつけてる。だからそんなことは絶対にありえない。Я стапал Ахаги, поднес ко рту и опять вспомнилась та жуткая манга, вызвав желание проверить с первого начала, что там внутри, когда я твердый зло отчеканил бы ему своему трусливому жалкому я. Эй, трусливый ублюдок, у тебя когда-нибудь перестанут трястись поджилки от глупой страшилки из раннего детства? Мион принесла Хаги только за тем, чтобы угостить всех нас. И хрен из два внутри хоть одна будет иголка. Мысленно пинком отправив из мозга прочие воспоминания о том ерундовом случае, откусил здоровенный кусок Хаги. Умей же не кайо! Умак те, тозен! Хари нанка хайте накатта де шо? Соря со да ё на, хонто ни сман. 自分でもくだらないトラウマにずっと縛られてたって呆れるぜ。Легко мне стало и как-то спокойно. И тут я почувствовал неодолимое желание сказать внезапно родившиеся в сердце слова. Были они не слишком так к месту, но чувствовалось, их нельзя сказать. Ой, Мио. Нани? Охаги, умакатта зе. О? Окина кабан о кацуйде кита кай га атта ё. Сам не знаю, зачем понадобилось повторно хвалить вкус Ахаги. Главное, я сказал то, что должен был. И меня наконец покинуло легкое беспокойство, задевшее под ложечкой еще с первого взгляда на Ахаги. Са-са, Сатоко мо Кей-чан о минаратте, кабоча о габури то икимашо. Йоку никонде аримас кара, яваракай десу ё. Сион-сан но о бенто ва нани о табете мо кабоча га дете курун дезу моно. Атакуси га траума нинаримасте ё. しーちゃんはさとこちゃんのかぼちゃ嫌いを直すのに頑張ってるんだね。シオンも熱心だよね。将来の妹のつもりなのかね。В то время, как я справился с Ахаги, наш столик вновь погрузился в привычный послеобеденный настрой. Кейчи, もしもですよ。うん、もしもなんだよ。本当に食べ物から裁縫針が出てきたら
どうしますか。そんなことあるわけないね、リカちゃん。脅そうったって無駄だぜ。ケイチ、それでも出てくることがもしもあったなら。リカちゃん вновь посерьезнел, посмотрел на меня, пытавшегося отшутиться. Да что ж за муха я покусала сегодня? しつこいぜ。そんなことは絶対ありえないし、信じない。Я не избавился от мелочной травмы, я того уверенно возразил Рики-чан. Вакаримашта деса, Кейчи, шицкокте гоменнасай нано деса. Мошимо хари га детектара, соре ва китто, Кейчи но канчигай нано десио. Мии га мазета нанте, зеттай ни омуанай де агете кудасай нано. Мион о утагау на тте кото нан даро? Аа, тоузен да зе. 俺は絶対に仲間を疑わないぞ。сказала я, выбросив кулак вверх. Видно, Рика-чан в конце концов успокоилась. Она обрадованно просияла. Инцидент с Сахаги закончился. Для этого нам выдали Кейча. Чуть подробнее узнали про него. Почему он видел именно иголку, а не что-то другое? В принципе, на этом надо закончить. Конец записи.